Еще в октябре в Бийске была проведена презентация новой дорожной техники. Чиновники рапортовали о полной готовности к зимним снегопадам и о том, что теперь у муниципалитета есть своя техника и нет необходимости привлекать подрядчиков. Мало того, тогда же было заявлено о нововведениях в график обслуживания улиц в условиях снегопада. Мы еще раз выехали, посмотрели, убедились, что техника в соответствии с условиями контракта есть, в наличии есть. График обслуживания, уборки улиц. Мы уходим, соответственно, от уборки смета, переходим на работу с противогололедными материалами, уборки снега, подметания и так далее, уже свежевыпавшего снега. С момента торжественных рапортов прошло почти 3 месяца, однако внешние улицы Бийска мало отличаются от того, как они выглядели в прошлом году. Впереди еще 2 месяца зимы, и если снежные кучи так и продолжат расти, то широкие улицы с большим транспортным потоком превратятся в узкие однополоски. Да и новому асфальту, уложенному в этом году, при таком уходе понадобится ремонт.